А ну, шарик, найдешь, где Барс? Оп! Ай, можно у тебя шарик в попу посмотреть? Фу, какая у тебя шарик попа! Все, а ты в школу ходишь? Да, хожу, а ты в какой класс? Я хожу в первый, а я в минус первый. Иди сюда. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Есть, я пришел. Ты меня звал? Мама, ты меня звала? Я пришел. Лифт, но теперь скоростной. Ой, господи, апчхи. Ой, господи, апчхи. Ой. Обед, обед. Подходим, не стесняемся, не проходим мимо. Утка, смотри, на водопаде сидит. Барсик, ты что удумал? Я не хочу в школу, я буду на перилах лежать. Да какая школа же, карантин, удаленное обучение. Я не хочу быть мышкой или... Это, можно я больше не буду подставкой? Барсик, как? Ну ты ж проспорил. Да там. Ты в магазин сходил? Да, я принес вам еду. Ой, пакет напал. Ребята, пакет на меня напал. Хозяин, что делать? Ё-моё. Я тут где-то закопал сосиску. Это ж, Барсик, твой туалет. Ну и пофиг, у меня больше нет другого места, где закапывать. Сейчас. Допрыгну. Не купался в луже. Скажите, я чистый, правда я чистый? Нет, ты еще не чистый, ты какой-то очень грязный. А надо еще покупаться. Точно, я мало покупался. Вот тебе деньги, иди в магазин. Хорошо? Пока. Блин, хозяин, они ж порватые, что ты мне... А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Самые смешные коты в школе! И не только, друзья! Всем привет! Привет! Вы на нашем канале Валеришка Геймс! Как обычно, напишите, кто из нас больше раз засмеялся и сколько раз ты. Челлендж, в котором нам нельзя. Ой, Барсик, можно тебя потискать, подержать? Хозяйка, ты что, с какой стороны? Я ничего не пойму! Ничего себе! Жесть! Во-во! Шарик, ты куда залез? И это я нечаянно, я бежал, и что-то ноги сами подпрыгнули. На карантине 7-й день. Лижем розеточку. Не забываем лизать розеточку, я крутой мачо-мен. Все мои девчонки, садись ко мне в тачку, поехали кататься. Круто, глянь эти Apple Watch. Свободу попугаям! Выпустите меня, я уже преодолел жалюзи, но окно закрыто. Ё-моё, что делать? Еще и ноги застряли. Вместе с хвостом. Не, выкарабкался. Но окно все равно закрыто. Бокс-бокс! Барсик, давай. Не сдавай, не сдавайся, не сдаемся. Это, Шарик, что тут тебе нож во рту? Да я тебе тут колбасы хотел порезать, но что-то у меня плохо получается. Хозяин, помоги, пожалуйста, иначе вас всех тут сейчас зарежу. Так. Ой, упал. Тюк-тюк-тюк. Потискали, глянь, какой он маленький. Хвост, хозяин, отдать хвост. Блин, скучно. Блин, тут у вас. Тут с хвостом поиграться не удается. Так, кто там у нас? О, я лучше зеркало помою. Правильно, чтоб чисто было перед школой, чтобы красоваться перед зеркалом. Оно сейчас на тебя упадет. Да не боись, не упадет, оно хорошо стоит. Апчхи! Ой! Я даже мимо. Полежать нормально не могу! Мимо! Мама, мама! Можно к тебе? Хороший, хороший, заходи! Да. Ты плохой! Потому что ты повис на кормушке для белок или для кого это? А, это вообще шарику бревно вешали! Барсик, ты что вообще? Что ты туда полез? Ты что, тоже собака? Да. Аф-аф! Да, друзья. Шарик. Поехали. Ой, вот так надо бежать. Вот так. Ну как вы бежите? Ну кто так бегает? Вот так вот, как я, надо делать. Я вам сколько раз говорил. Джик-джик-джик-джик. У-у-у! Все, я приехал. Хоккей. Барсик, ты куда? Да я хочу на дверь залезть. Там это... Лифт спустился. Что там такое? Опор. Ты же просил хозяина, тебе принес куколку. Кусь-кусь-кусь. Круто. Ой, что там такое? Косточку откопал. У себя откопал. Новенькую почти что. Это пицца. Шарик, я, блин, готовлю пиццу, а кто-то ее постоянно съедает. Не дай, знаешь, пожалуйста, хозяйка. Вы же мне все равно не дадите. Интересно, мне эту пиццу потом есть будут, как ты думаешь? Нет. Ой, можно у тебя шарик в попу посмотреть? Фу. Фу, какая у тебя шарик попа. Жесть. Что это надо делать? Так, а ну лифт на первый этаж, скоростной. Тихо, не смеемся. Ты что там делаешь, хозяин? А ну кусь тебя. Я в Роблокс играю. Да, а что ты меня не подсоединил, не позвал, вообще не пригласил? Это, тут посылка пришла, там написано... А, это коробка. Еда, еда была написана, хозяин, ну я открыл, но там нет еды, моя голова застряла. Потому что мне надо жрать постоянно. Сколько можно? Открываю домик, прых, раскоряк. О, быстрее беги давай. У-у-у, намотала. Это, хозяин, сапоги надо постирать, потому что они реально воняют. Шарик, так выкинь их. Я не могу, они на меня напали.
хвостиком виляет, друзья. Борсик, как ты туда залез? Под клеенку-то, господи. Там прикольно, тепло. Ку-ку. Здоровченко. Круто, друзья. Кто из вас сегодня больше раз засмеялся, сколько раз ты? Напиши нам. Так, ну что? Допрыгну. Не допрыг. Шарик. Сейчас из шарика сделаем льва. А ну, как это будет? О! Круто. Гольф. Хозяин, я в тебя верю, у тебя все получится. Аж два шарика. Оба попали. У-ху! Давай, хозяин, я тебя поздравлю. Так, не бей меня по мордасам, пожалуйста. Хватит меня бить по мордасам. Я тебе сколько раз говорил. Прекрати это делать. Отдай. Все, упал. Я пошел. Друзья, крутяк. Поехали, смотрим дальше. Барсик, ты куда? Я пошел. I'll be back. Я на зонтик. У-ху! Вау! Видела, как он спустился на зонтике? Круто! Поломал все на свете. Молодец. Я тебя спасу. Сейчас, ребята, реально открывает. Открыл клетку. Ой, кто-то кофе не допил. Сейчас я как допью. Такой вкусный, пахнет. Почти как Несквик. Так. Ну что? Ой, допил. Свет потух. Где свет? И кофе нету, и света нету. Вообще ничего нету. Ушел, друзья, упал. Ваш, пожалуйста, ваше мороженое в Старбаксе. Очень вкусное, спасибо. Дайте целиком мне, можно? Хорошо, а вы не заплатили. Так, смотри, шарик, тебе нужно перепрыгнуть эту палочку. Хорошо, да, сейчас ну я посмотрю. Пау! Почти. Ой, я такой чистый. Я покупался в луже. Скажите, я чистый, правда я чистый? Нет, ты еще не чистый, ты какой-то очень грязный. А надо еще покупаться. Точно, я мало покупался. Вот тебе деньги, иди в магазин. Хорошо? Пока. Блин, хозяин, они ж порватые, что ты мне подсовываешь? Апчхи! Ой, давай дружить. Ты такой классный. Будем дружить или не будем? Или будем, или не будем? Ну сделай что-нибудь. Господи, у меня хвост как пропеллер виляется. Ну сделай, пожалуйста. Барсик. Пойдем гулять. Апчхи! Барсик, ты что удумал? Я не хочу в школу. Я буду на перилах лежать. Да какая школа же, карантин, удаленное обучение. Я не хочу быть мышкой. Можно я больше не буду подставкой? Барсик, как? Ну ты ж проспорил. Да с вами людьми спорить, постоянно проигрываешь. Вы хитрите. Стопудово, я так и знал. Ребята, напишите нам, кто на удаленном обучении, а кто ходит в школу. Так, что там такое? В школу? Ты домашнее задание забыл сделать. Интересно, куда он смотрит? Угу, сейчас узнаем. Побежал. Куда? А, в окне кто-то. Вау! Бабочка! Лови ее, лови. Она получается электронная, да? Да, вон девочка лежит. Ага. Давай играться там то да сё. А ты в школу ходишь? Да, хожу. А ты в какой класс? Я хожу в первый. А я в минус первый. Ой, апчхи! Ой, господи, апчхи! Ой, господи, апчхи! Ой, ё-моё, апчхи! Ой, извините, апчхи! Барсик, шарик, хватит уже, сколько можно. Апчхи! Ой! А! За голову укусил! Кот прибежал, видела? Да. Укусил за голову девочку. Жестяк! Попалась, которая кусалась. Гимнастику она собралась сделать. Без меня! Вообще, что ли? Все. Придумала тоже. Так. Че там? Ты в магазин сходил? Да, я принес вам еду. Ой, пакет напал. Ребята, пакет на меня напал. Хозяин, что делать? Ё-моё, как от него избавиться? Я уже всю комнату оббегал, а пакет все равно не перестает. Я тут где-то закопал сосиску. Это ж, Барсик, твой туалет. Ну и пофиг, у меня больше нет другого места, где закапывать. Сейчас песок весь откопаю с какашульками. И там будет сосиска. Нету что-то. Съел кто-то, наверное. Этот, ты куда? Я в прятки. Я этот, не пали меня, я теперь под диванный кот. Ты что? Не пали меня, уходи. Уходи, говорю, не пали. Так, друзья, смотрим дальше. Слышь ты, под диванный кот выползай. Под диванный кот. Ой, я, кажется, знаю, что сейчас будет. Цветочек, лепесточек, ля-ля-ля, щенок лабрадора. Упал. Опа. Цирковой пес. Это, хвост, я тебе говорю, не виляйся, а ты постоянно виляешься. Кто виляет моим хвостом? А ну, надо у него спросить, поймать. Ну что, Барсик, поймал свой хвост? Да, поймал, зацепился. Он не отвечает, говорит, это не он. Хозяин, блин, у нас белка за окном тут пришла, ест там что-то. Так это ж кормушка, мы ее туда сами кладем. Кто? Я не кладу. А ну, шарик, найдешь, где Барсик? Крутяк, друзья. Нету там ничего, нету там никакого шарика. Так, Мишка задрал ножку.
И Барсик задрал ножку. Че он за мной повторяет? Хозяин, кто его так посадил? Шарик, можно я тебе айфон возьму позвонить? Я прямо не знаю. Нельзя! Хозяин, по-моему, я уже чистый. Как ты думаешь? Я думаю, что ты еще грязный. Я не хочу. Я не хочу купаться. Так, что тут у нас? Иди сюда. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Есть, я пришел. Ты меня звал? Мама, ты меня звала? Я пришел. Лифт, но теперь скоростной. Скоростной спуск на лифте, друзья. Склад на лампочку. Жестяк. Шарик, с тобой все нормально? Я сплю, не мешайте. Ковер-самолет не летит. Шарик, чтобы ковер-самолет полетел, нужно сильнее бежать. В другую сторону попробую. Хорошо, сюда побегу, нет, туда побегу. Хозяин, не летит, блин, все равно. Это не ковер-самолет, это дурилово какой-то. Так, побегу, нападу на Барсика. Барсик, короче, сопротивляется. Барсик в шоке. Барсик в шоке. Шарик, что ты делаешь? Так это, подожди, я хочу поиграться, да. Кот, хозяин, летить. Кот завелся. Блин. Другой, это мой соперник, его надо победить. Блин, еще сделал. А, вот он, ё-моё, попался. Я тебя сейчас коварно настигну и отшлепаю. Так, где он? А, вот он. Блин, нету, хозяин. Так, кто там такое? Это Шарик, кого-то... Ой, мушка. Упал, друзья. Добро пожаловать на салон красоты, парикмахерская. У нас это... Хозяин, а что случилось? Барсик, мы тебе волосы нарастили. Какие волосы? Классик. Где волосы? Зачем? Кто просил? Я не просил. Уберите у меня, пожалуйста, мне эта прическа не идет. Ой, хозяин, какую-то фигню пьешь. Закопать срочно. Я только что свои как раз кокошули закапывал. Сейчас твою чашку закопаю. Что-то не получается, скользит. Кто за мной поиграет в волейбол? Кто-нибудь поиграет? Так у тебя и у самого неплохо получается. Блин, мячик этот такой постоянно улетает, я не знаю почему. Потому что ты его подбрасываешь. А, точняк, точно. Ой-ой-ой, улетел. Догнал. И путешествие, ура. И сопли, слюни во все стороны. Класс, обед, обед. Подходим, не стесняемся, не проходим мимо. Утка. Смотри, на водопаде сидит утка. На самом краюшке. Это тебе, к тебе мисочка пришла. О, ё-моё, хозяин, она живая. Это мисочка. Она чуть на меня не напала. Кто там? Ку-ку. А ну, ку-ку. Ты будешь заходить? Ку-ку. У нас открыто, заходите. Я что-то боюсь. Мама, я тут твой хвост нашел. Да ладно, что, серьезно? Барсик, не выдумывай. Не, серьезно, твой хвост. Здравствуйте. Откройте дверь, я к вам пришел в гости, принес вам палочку. Но ну, пройти не могу. Дверь открыта, заходи. Да я что-то не могу, я не могу понять, во что меня не открыли. Так можете палочку выкинуть. Подписывайся, у-у-у, Валеришка. Друзья, поддержите лайком эту серию. Кто из нас больше раз засмеялся и сколько раз ты? Смотрите все новые серии на наших каналах Максим, Play, Games, друзья. Ведь мы стараемся все только для вас. Вы у нас самые лучшие. Мы вас всех очень любим. Всем пока-пока.